Итак, всем привет, с вами ТопГ, мы продолжаем играть Альфреда Великого, короля Англии. И вскоре мы, я полагаю, станем императором Британии и будем хайлить Лелуша. Но это уже другая история, вы, кстати, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем, поехали. И так как мы тут завоевали новые территории, конечно, их надо отдавать кому-то из семьи, чтобы потом в теории могут быть какие-то бафы. Кольчужный доспех рода какого-то очень важного. Ну так, как я и думал, это скорее всего мусор. Ну так у меня нету никакого доспеха, то нормально. Сейчас смотрите, сопоставление с ранением, плюс 2 доблести, плюс чуть-чуть престижа. В принципе, не мусор. О, я делаю прием, и смотрите-ка. Фактически, у нас здесь паломники. Терновый венец мы можем получить. Мнение фантастических столов, плюс благочестие. Но они хотят за это... Эрлство Кент. Мать селища, двора, престиж. Либо я понял. Ну нет, возьмем вот это. Не хочу я этого территория. Дальше чудовище. Я лично сражу зверя. Смотрите-ка. Какой-то легендарный кабан. У нас есть квест бить какого-то страшного кабана. Отлично. Это кто у нас? Ваш узник. У нас каким-то образом из тюрьмы сюда пришел. Искусственно лезть вынудил открыть дверь. А что? И вот... Хотя под надзором минус. Ага. Ну. Допустим, не знаю. Лечи двора подняли, отлично. И у нас есть вариант воинственного двора, либо административного. Ну, я думаю, да, у нас все-таки воинственный. И, конечно же, придворный язык английский обязательно. Ну, можно повыкупать узников. Давайте этим и позанимаемся. Почему бы нет? Звучит выгодно. Однозначно. Можно создать акколаду. В принципе, можно попробовать и создать. И смотрите, здесь можно прокачать тяжелую пехоту и дополнительно еще образ военное дело, эффективность противодействия. Располнение ополчения. Да, звучит как то, что нам нужно, отлично. Раз можем поискать преемника достойного акколаде. Окей. И вот оно, выходи, мерзкая тварь. Мы, кстати говоря, не можем... Ведь шанс проще зверолов. Но у нас великий, я бы не хотел менять великого зверолова. И монстр убит, развитие народомения, минус опасность. Куда еще убито? Конечно же, мы реально великий. Назначаем себе главного охотника, и в принципе я здесь пораздавал уже должности. Благо деньги есть. И давайте еще раз сходим на охоту, почему бы нет. Кстати, на это много денег. Пусть начнется охота. Прекрасно. И конечно у нас здесь... Выбираем мы убить зверя. У нас, в общем-то, со стрессом все окей пока. А еще мы разблокируем абсолютный контроль, который будет давать нам плюс налоги и плюс ополчение. Отлично. Итак, у нас есть вариант волк, заяц, либо благородный олень. Давайте волк. Я все нахожу людей, которые занимаются непонятно чем на охоте. Так, загоняй в погоню, конечно же. Я закрыт для крестьян. Помощь крестьянам дает развитие, я помню. И упустили опять, да господи. Что ж, все нам не везет. У нас вроде есть хорошие шансы. Но что-то совсем не везет. А мы, пожалуй, продолжаем объединять Британию. Отдохнули немножко нашим правителям. Можно и вернуться к настоящим занятиям. Также можем бесплатно себе нанимать вот ребят, которым мы успешно выделили до этого территорию. Стоит этим пользоваться очень активно, я думаю. На победу. Давайте сразу отправляемся вот сюда. Там кто-то может присоединиться к войне, но по идее каждый раз музыка играет. По идее вряд ли кто-то смогут сделать. Ну и да, быстрая победа. Всего 8 месяцев. Отлично, можем дать земли еще одному нашему внуку, пожалуй. Кстати говоря, наша дочь теперь королева Восточной Франкии. Прекрасно. Конечно, она не правитель именно, она все-таки супруга. Но у нас есть теперь некоторые, скажем так, родственные здесь связи. А, здесь можно сделать священный ритуал празднества. Но почему? Ведь я же христианин. Давайте смотрим. Ой, жертвоприношение. А, так места и нету, да? Да, это странно. В общем, есть такая опция. Впрочем, я могу провести большой турнир. Делаем, я думаю...
Да, у нас здесь столица. Турнирчик, ближний бой. Ага, следующая эпоха, либо традиции. Понял. Ну, мы здесь взяли, кстати, мы декламации очень хороши будем. Во всем, в настольной игре, в скачках, мы, конечно, действительно гигачат. Но нет, нам нужно ближний бой, ведь нужно все-таки, конечно, развивать именно правителя в первую очередь как воина. И мы здесь, конечно, за триумфом идем. Давай сразу на турнирную арену будем качаться, но если это возможно. Кто-то может получить ранение, я могу получить плюс интригу или и стресс. Окей. А вот я и получаю куратор, это дает мне еще плюс прирост контроля и военное дело с управлением. Приятно. О, из-за этого, смотрите-ка, можем изучать противника и его слабости. Разные варианты. Можем сноровку получить свойства. А ну, оно и так и работает. Да, ну все-таки вот это, все-таки сноровку надо развивать. Ну и пошла битва. Не бою. Но мы здесь только за триумфом. Так, у нас забавная ситуация, мы честно, но при этом у нас есть приходи. Поэтому не хитрить мы не согласны. Но и хитрить мы тоже не хотим. Да, наш персонаж явно не знает, чего он хочет. Давайте куда-то, где меньше стресса дадут. И больше шансов. И наш сын погибает от рук убийц. Он не заслужил этого. Его убийца, принц... Это ли Вульф? Чертов, это ли Вульф? Так. Известные вредители. Не знаю. Меня подставили. Ой, смотрите-ка, у нас противник потерял коня. Мы можем так и пойти. Немножко посчитать бесчестным. Либо мы можем спуститься со своего коня и на мужика по-честному его завалить. И у нас 99%, так что мы на мужика делаем. О, значительно... Это ваш счет заплатит, ну? А. Да король Астурий к нам пришел. А. Прикольно. А, ну давайте сделаем это. И теперь надо выбрать, что нам тут даст максимальные шансы. Ну, очевидно, солдатскую победу. Просто всех победим. И не получилось или получилось? Судя по всему, да, мы сделали это. Мы победили. Рыцари наши победили. Я пойду, получил денежку. Получил себе бафчик, плюс еще опыт, плюс сноровка. Еще какой-то приз я сейчас получу. Какое замечательное событие, призовое кольцо. Я сам себе дал призовое кольцо, шикарно. Да. Можно еще сказать пару слов, получить престиж и всем участникам дать без отношения. Давайте попробуем. Отлично, большой турнир сделали и нас, да. Нас услышали, нас теперь все любят. Отлично. О, я вижу слабого противника. Британию можно по-быстрому сейчас пойти и схавать. Мы сейчас этим и займемся. Господи, опять играет музыка в начало войны. Ну ладно. И говоря еще... А, возвращаемся. Да? Ну не знаю. Так или иначе. У нас еще один внук, которому мы, кстати говоря, наверное, и дадим земли завоеванные вот здесь. Отлично. Но у нас не остается вариантов, кроме как сделать нашего сына наследником. И господи, ну он нам и накидал проблем на будущее. Есть еще есть шанс, что мы можем развестись и найти жену помоложе. И сделать еще какого-нибудь наследника, который... Тогда... Который... Видите, какие у нас шансы детей? Средний, то есть что он есть, есть. Соответственно, у нас еще будет шанс завести себе наследника. Я думаю, вот что, берем француженку. Прелестную, плодовитость нам. Плодовитость у нее есть... У нас нам все еще 55. Мы еще в самом рассвете сил. Думаю, это хорошая попытка. Надо сразу попробовать сделать ее нашим соулмейтом. Это нам, теории, должно помочь. О, и смотрите, свадьба. Можем получить деньги, а можем... Выговориться с... Допустим. Можем престиж. Но нам нужны деньги, очевидно. И вот еще одно королевство пополняет наше, так сказать, владение. Будет какого-то еще нашего отпрыска сюда поставить. А, так. Война против тирании. Или куда позвать? Ну, надо помочь. Ребята нам тоже помогали. Хотя смотришь, конечно, сюда и что-то как-то это... Хм. Алло, алло. Англия, будет помощь? Алло. Восточная Франкия. Плохо слышу, плохо слышу. Восточная Франкия...
Не слышу, не слышу. А, мы же продолжаем. Там три союзника, поэтому пишется, что одинаковые силы. Но по идее их союзники даже не должны успеть добраться, а у нас еще здесь и Хрена Орден есть. Это происходит. Разбили одну армию, сейчас разбиваем вторую армию. И занимаемся теперь осадами. Ой, вот этот парень говорит, что Шотландия должна быть его. Я ему немедленно напишу. И он понял, что да, что лучше со мной не связываться. Отлично. И вот еще одни иноверцы изгнаны из Британии, в этот раз из Шотландии. Практически вся она теперь наша. Так нашу внучку хотят женить. Даст союз. Не приведет союза. Так не приведет союза, так мне неинтересно. И да, наша жена беременна. Получается, я, в принципе, был прав в своей логике. Так, и поражение, ну это не у нас, это поражение нашего союзника. Его было поражение в том, что он с нами засоединился, но мы ему об этом говорить не будем. О, пустые зернохранилища, надо как-то возродить графство. Можно отправить подходящего человека, можно сделать налоговые льготы, либо заплатить деньги. Я думаю, кто это наш вассал? Давайте подходящего человека отправим. Итак, разграбили я просто деревню. Хватит жаловаться, вернуть награбленное. Ну да, конечно, должны вернуть. Он получит деньги. А, я понял, кто-то у кого-то своровал, и мы говорим, возвращай. Ковер из шкуры, плюс престиж. Либо артефакт. Ручное чудовище. Ага, ручной волк можем его себе взять. Звучит круто, на 10 лет. Поехали. Мы все охотились на волка, вот нам его и дали. У нас 1700 денег за все это время накопилось, и на нас напали кто? Армия северян. Ну где? Восстанавливаем мы нашу армию обратно. Я также нанял, конечно же, орден. Плюс я профессионалов по максимуму нанял. Северная угроза, вот оно. Разношерстные пираты. Так, я так и думал, что это какой-то ивент, что где-то титула реального. А, дисциплина личной преданности. Дисциплина личных интересах. Просто говорит, заключить с ними сделку. Не за что. Выигрывают войну, перемирие, дружится, передышка. А, можем заплатить им, чтобы они все разбирались. Да, мы по старинке разберемся. Мы не боимся, у нас благо армия теперь уже уверенная. Вон этот взрыв просто из ополчения. Сейчас мы покажем, что такое регулярная армия англичан, которая уже навоевала со всеми этими варварами. Вот так это и работает. Больше ни один скандинав не сможет не грабить, контролировать никакую пять британской земли. О, здесь есть еще одна провинция, которую можно пойти подзахватить. Я так тоже, пожалуй, сделаю. Теперь, когда у нас есть бесплатный орден, воевать становится еще проще. Мы просто вот так вот его здесь спавним. Не тратим на это ни денег, ничего. Отлично. О, можем 550 монет забрать у папы римского. Давай сюда. Наш сын, у нас появляется еще один сын. Правда, увы, он унаследовал не интеллект, не прелесть. Это, конечно, немножко раздосадывает. Ня, ну ничего, можно жить. Ну, так как у нас есть деньги, давайте сначала к сверя потренируемся еще перед турниром. Можем получить силу, либо доблесть. Получили плюс одну доблесть, все приятно. Но мы стареем, да. К сожалению, даже великий Альфред не может победить старение. Увы. Давайте-ка уединимся. Стресс снизим еще побольше. Можно вообще нажать было бы улучшить столицу. Получить усердное планирование. Да, давайте так и сделаем. Это очень неплохая идея. Нам должно забустить развитие хорошенько так. А вот и абсолютный контроль дает. Здесь налогов 5 ополчения. Тоже приятно. И вот, наконец, мы выкачали всю военную ветку. Пора, я думаю, заниматься учеными делами. Наверное, причем именно ученость мы берем, чтобы побольше качать развитие, плюс инновации. Нам потому что очень не хватает инноваций в Англии. Совсем немножко остается здесь неподконтрольных нам территорий, и это число все уменьшается. Ой, мы можем так, кого-то завассалить. Здесь вот есть паренек, которого можно завассалить, отлично. И сразу передаем его своему сыну, который здесь вот уже герцог. Тут да, у нас, по-моему, практически все
Не совсем. Все, большая часть герцогов — это наши дети, что неплохо. Либо внуки. Черт, мы становимся немощными. Наше тело подводит нас. К сожалению, да, даже мы не сможем победить это. И вот оно. Меня уже хотят убить. Неудивительно. Нужно сейчас будет разобраться. Наш отец, к сожалению, не смог исполнить свою мечту о Британии. Но, как мы и говорили, не смог он. Можем мы. У нас сразу есть претензия на королевство Шотландия. И мы за ним сразу и придем сейчас. Почти что моментально. И тут по аналогии с прошлым правителем передаем здесь территорию нашему сыну. Он, собственно говоря, будет герцогом Мерсии, точнее, не Мэри. Да, сынишка у нас, конечно, вообще такой себе был. И остается. Наследник игрок. Да, у нас здесь, конечно... Ой, генофонд. Какой-то плохой у этого парня. Нам бы кого-то... Перескочить на кого-то, я бы сказал так. На какую-нибудь сестру брата. Племянник вассал рыцаря. Вот, кстати, это выглядит как не самый плохой вариант. Конечно, он там вообще обжорство, но он травник. Самое главное, что у него есть интеллект. Этого многим может не хватать, но я не уверен, что за него будут голосовать. Впрочем, мы всегда можем немножко их, скажем так, на это поднамекнуть, что пора бы. А также, так как мы сюда пришли, власти, мы можем немножко дать понять всем, кто хочет нас с этой власти выкинуть, то с нами шутки плохи. Хотя нам не хватает, да, нам уже не дается за это. Ладно. А за что-то дается, кстати говоря. Окей. Ладно, 54 более-менее должно нам хватить, чтобы вассалы не слишком бухтели. То есть все не так, что и слишком плохо с отношениями. Сразу же возвращаем королевство Шотландии, не даем нашим территориям развалиться. И нас зовут Чесночный Король. Ну, да, я не удивлен. Наш правитель вообще такой себе. И господи, мы убили мало того, что брата, так еще и сына брата, так еще и дочь брата. Полностью добили их всех и получили часть этих территорий, а именно просто герцогство. Ну, наш персонаж и мерзкий мужик, конечно. И на нас сразу и претензии теперь, чтоб сомневался. Я сразу захватил нашего соперника, нашего сводного брата. А, так, что, кстати говоря, с ним будет? Он все еще, да, будет здесь правителем. Окей, нас это устроит. Но Шотландию мы вернули в свои титулы. Отлично. И учитывая, как у нас все плохо с трейтами, давайте немножечко кровь качнем. Это просто вся семейка какая-то отбитая. Верломная злодейка. Вон, ладно, вот это как будто еще не так все плохо. Ну, вон там. Безумный лизоблюд. Глупый. Верломная злодейка. Тут алчный любитель игр, бля. Просто жесть. И батя их, брата-убийца. Ладно, ладно, может еще прокнет нормальный сын. Пока что вон дочь с перком уже хотя бы прокнула, слава богу. О, тамплиеры берут еще дополнительные эти территории. Это нам надо. Становится сильнее, отлично. А мы открыли культурную перепись, а значит можем построить еще побольше... О, а что у нас здесь такого? Особенно, да, у нас чуть многовато территорий. Ну, я думаю, со временем пофиксим. А мы теперь можем по еще одному домику везде построить. Шикарно. Нам передали какую-то таинственную книгу. Допустим. Так, кто хочет кого-то убить? Мне неинтересно это. Гордые войны. А, блин, но деньги нам нужны. Давайте, да, на 5 лет плюс бабки звучит то, что надо. Размер ополчения мы переживем, потому что у нас куча профессионалов сейчас уже есть. И я бы, наверное, кстати, вот этих распустил, чтобы сделать еще больше тяжелой пехоты, либо хускаров. И орден у нас есть, то есть у нас есть чем воевать, если что. Ну и на охоте мы тут пытаемся загнать зверя. И как будто все неплохо получается. Мы можем только загнать в угол. А, его нужна помощь, господи. Что-то я помню, я когда
О! Шикарно. Повезло, повезло. Помню, мне кажется, раньше локализация была получше. И наш племянник, который должен был стать наследником, вроде как убит. Как же нам реально не везет просто по всем моментам. Ну ладно, вот этот сын вроде не самый плохой вариант. Он имеет силу хотя бы. Садизм, это, кстати, не так плохо, это ужас. Небольшие статы и возможность снижать стресс. Хотя это грех, что немного неприятно, но ладно. Пойдет. Кроме него у нас вариантов особо-то и нету. И плюс-минус, я думаю, он постареет чуть-чуть, ну, повзрослеет. И, по идее, его должны будут выбирать нормально. И после последней войны нам остается всего 3 провинции до Британии. Что ж, сделаем это в следующей серии. Делаем Британию, добьем все здесь территории и начнем нашу месть северянам. Ну а с вами был DubGuy. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, скрутбусти, все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.